Орхидея Бернадетта, Минск. Открыла первый цветочек. Чего-то мне захотелось похвастаться такой красотой. Посмотрите на ее бутоны. Какая она красивая. Вот. Вот она. Она мне всегда цветет шоколадкой. На горшке был подписан Минск. Вообще говорят, Минск — это если более светлая такая это, расцветка. А у меня вот темная. Покупала обычную Бернадетту, а получилось вот. Шоколадка растет у меня. Вот какая она. Трехцветная какая-то. И черная, и бордовая, и белая, и розовая. Боже, там столько цветов красивых. Тут вот я принесла сюда каменную розу. Эта барышня у меня высокая, конечно, по сравнению с Бернадеттой. Она у меня тоже цветет такая больше полосатая, как шоколадка красивая. Ну, в этот раз как-то она даже эти свои цветочки до конца не раскрыла, как-то чашечкой остались. Ну, она такая барышня, может зацвести как хочет. А тут что-то у меня как тыква. Бутон какой-то интересный. Они такие кожаные, красивые. Вот, сравнение, как они смотрятся. Насколько роза выше этой Бернадетты. Посмотрим, как будет смотреться дальше. А тут я поставила свое солнышко. Солнца-то нет. Вот оно, мое солнышко. Лимпопо. Интрига желтая. Она вот еще один цветоносик там растет. Неугомонная цветунья. Вот цветет всегда. Что интрига цветет всегда, что она. Люблю я таких некапризных, конечно. Оп, фокус-то не могу поймать. Вот так вот и живем.